В Новгородской области работает делегация из Кирова, изучают опыт в сфере молодежной политики и спорта. Сегодня гости побывали на трибунах стадиона «Электрон». В течение 3 дней делегация из Кирова знакомилась с работой спортивных и молодежных учреждений области. Гости уже побывали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Валдая» и на новгородской грибной базе «Олимп». Без внимания не остался и футбольный клуб «Электрон». В ходе визита проговорили вопросы подготовки спортивного резерва, деятельности центров спортивной подготовки, реализацию проектов массового спорта и, конечно, поддержки молодежных инициатив. В принципе, уже намечен план совместных мероприятий. Современный оборудованный стадион гостей впечатлил. Они как раз попали на региональный этап соревнований по футболу «Кожаный мяч». Новый опыт, по словам кировских коллег, был очень полезен. Некоторые спортивные мероприятия региона приглянулись. И, возможно, в скором времени будут проводиться в Кировской области. В регионе проводится спортивное мероприятие «Горячие головы», аналогичное проекту «Гонка героев». Данная практика у них уже, соревнования проводятся 4-й год. Мы бы хотели перенести этот проект в свой регион. Гостей также заинтересовал опыт Новгородской области в сфере местного самоуправления и дорожного сообщения между районами. После стадиона «Электрон» они отправились в одну из туристических организаций города. Сегодня финальный день экскурсии. К 1 июля будет намечен план сотрудничества министерств спорта и молодежной политики регионов.